Социализироваться в обществе особенным детям помогает организация подобных спортивных мероприятий, где ребята демонстрируют свои спортивные таланты и общаются со сверстниками. В этом нелегком деле юным спортсменам помогают достигать поставленных целей их педагоги. Ребята обладают выдающимися талантами, показывают достойные результаты в спорте, участвуют в творческих конкурсах. Воспитанники специальных учреждений области показывают своим примером, что, несмотря на сложности, можно достигать заветных побед. Как правило, это физически одаренные дети, которые познают мир через спорт, через физическую культуру. Они общаются с такими же детьми из других областей на республиканском этапе. Это еще и множество подарков, это и хорошие концертные номера. Но это действительно для них праздник. Областная спартакиада проходит раз в 2 года, где юные спортсмены показывают свое мастерство в таких видах спорта, как мини-футбол и настольный теннис. Участие в спартакиаде принимает более 10 команд из вспомогательных школ Могилевской области. Интересно играть, побеждать и так далее. Нас учил учитель, к этому готовил. Мы 2-й год здесь и побеждаем. Лучших участников определят по результатам областного этапа спартакиады. Ребята, наиболее активно проявившие себя в спортивных состязаниях, примут участие в республиканских соревнованиях, которые состоятся в Минске с 24 по 26 мая на базе спортивного комплекса «Стайки».